В центральной джума-мечети Махачкалы проходит республиканский конкурс на лучшее чтение Корана. Мероприятие приурочено к 220-летию имама Шамиля. Участие принимают более 100 человек. На открытии побывал наш корреспондент Гамзат Нурмагомедов. Конкурс часов проходит по 5 номинациям. Самое сложное из них – чтение всего Корана наизусть. Возраст участников не ограничен. Такие конкурсы становятся причинами объединения, единства, братства. Здесь принимают участие из разных регионов республики хафизы и чтецы Корана. В этом есть огромная польза. И те, кто не ходят в мечети, не читают до сих пор Коран, их тоже вдохновляет, поднимает желание. В качестве жюри выступают ученые из Сирии и Дагестана. Председатель жюри Мухаммад Хабибудунов зачитывает регламент турнира. Далее он вызывает участника к микрофону, называет страницу из Корана. Все внимание приковано к чтецу. Он начинает. Десятилетний Мухаммад Рахим Гасанов занимается изучением Корана с 9 лет, проживает в поселке Ленинкент. К конкурсу подошел основательно. Мне сперва сказали по таджидам, я по таджидам учил. Когда узнал, что там можно, я с махом учил. Конкурс также проходит для зрителей. Любой желающий читает Коран с того места, откуда пожелает. Цель организаторов – приобщить молодежь к ценностям мусульманской культуры и образования. И особенно родителям хотел бы посоветовать, порекомендовать, чтобы они взялись за дети вовремя, чтобы дети ходили в мечети, при мечетские мактабы, чтобы изучали Коран с самого детства. Финальный этап состоится 21 июня. После оглашения результатов призерам вручат памятные подарки и ценные призы. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.